Спасибо, братик, обнял. Потрахнемся, не хочешь? Конечно. Ты старая? Сколько тебе лет-то, я вон он? Мне 18. Чуть тебе глаза прям такие неёбаные. А вот именно, карантин. Два, блядь, говорят, бабы на, вообще на стенку лезут. Не, не все. Ты как? Нет, я не лезу. Дрочишь? Нет. Дрочишь? Нет. Вибратор есть? Руки тут. Нет, мне это не надо. А что ты тут делаешь два месяца? Ебёшься с мужиками? Конечно, ебёшься. Ну скажи честно, что такого? Нет. Серьезно, ни разу. За два месяца? Значит, сейчас я 18 лет. Ой, ёпта мать. Я не знаю даже, о чем с тобой говорить. Что ты разбираешь? Да отсосал, блядь, ебать, мужику на. А, нет. Зубы пожелтели, бля. Бля, у тебя рот хороший. Не одолжишь? Надень. Надень, ну. А ты в Москве живешь? Может, потрахаемся, что такого? Я в курсе. Ой, блин. Ну недалеко. В Москве не бываешь? Потрахаться не хочешь? Нет. А, ну в пизду, блядь, сколько. Не, я такую кобылу ищу себе, чтобы потрахаться. Не, я не из тех. Вы все, блядь, не из тех. Вы все из них не из тех. Нет, не все. Они... Слушай, я тоже не из этих. Так что потрахаемся знатно. Обязательно. На созвоне, да? Соски мои видишь? Блин, ну я вижу, у тебя же глаза этой недоенной коровы. Сексуальный? Я сексуальный? Нет? Спасибо. Безумно. У меня безумие. Да, сиськи спрячь. Ну и нахуй. Бля, у меня тоже. У меня тоже год уже не было. Здорово тебе. Но я еще подрачу, нормально будет. Не так громко, пожалуйста. Прости. Ты так не делаешь? Нет. Это еще пока. Ну, пока что. Я, если серьезно. Сколько мне лет? Или что серьезно? Ну тебе понравился, что ли? Скажи честно. Не трахаться? Переписываться, бля, будем по уходу, нахуй. Пока поебемся. Конечно, блядь, серьезно. Мне же больше делать нехуя. Чего? Мне же, блядь, заняться нечем, ёпта. Можем, блядь, добавиться, нахуй, в друзья, общаться полгода, хуй пойми о чем. А потом, блядь, потрахаться, ёпта. Никому не понравится и забыть друг друга нахуй, напрочь. Ты этого хочешь? Окей. Можно и так, ёпта. Мне же вообще... Ебать. Я ж не могу подрочить, блядь, и успокоиться. Ладно, шутки шутками, блядь. А телочку надо искать, ебать. Сегодня для ебли. Да, я для скинчика. Надо телочку искать. Чё? Сучку хочу прям себе. Такую родео, чтоб делала. 69-ку прыгала сразу. Сука. Фу, блядь. Блядь, пиздой пахнет. Манит. Либо медью, либо пиздой. Не могу еще понять. Скорее всего, пиздой. Нихуя не понимаю, блядь. Что это такое? Скорее всего, пиздятина хуя, блядь, от руки. Юля Бережнева, едь, потрахаемся как раз. Едет ко мне баба, блядь, потрахаемся, говорит. Ёпта, ну наконец-то, блядь. Не ёбаный хожу, блядь, не сосанный нихуя, блядь. Прыгнешь на меня, блядь, родео устроишь, ебать. Скажешь, ого, я твоя лошадка, блядь. Обычная хуйня, потрёмся. Стоя тебя потрахуй тоже. Сейчас сила есть пока. Как в дереве, ёпта, вот такого. Тук-тук. Соски. Бля, не смотри на мою грудь, мне уже я не могу. Что? Ты мне на груди смотришь. Я смотрю на твое лицо. Ничего, бесстыжие? Какое? Под лица? Лицо? Что за лицо, блядь? Лицо как лицо. Ебалом вроде вышел. Ебальником вышел. Типа вышел ебалым вышел. Или нет? Ну вышел, нормально, блин. Нет, просто я привыкла, при разговоре в глаза смотрю. А, я в сиськи смотрю. Ну у тебя там что, блядь, первак? Ну, можно. Там тройка? Какая, блядь, тройка?
Ну где там тройка? Вот тут. Ну где это? Это первак. Ну где эта тройка? Сколько? Это не тройка. Минус второй. Минус второй? Бля, ну покажи сиськи-то хоть. Да это единичка, блядь. Ну двойка максимум. Какая тройка? Прикалываешься? Минус второй. А, ну я понял. Там, блядь, однёк. Ну доска, ебать. Ну, ну Лёвочка там. Какая нахуй тройка, ёпта? Тройка, блядь, нормальные сиськи. Чё? Серьёзно, не в обиду. Можем потрахаться. Похуй. Доска не доска, мне поебать. И выше себя ростом, как говорится. А хуй, просто, блядь, постонь.